Вот восстановление штангена рейсмоса. Такой вот небольшой штангена рейсмос. Китайский заказал за 6 ариста. Вот он идет, что-то потерялся где-то. А этот 500. Можно 12 таких штангена рейсмосов купить. Был он немножко не в нуле. Слегонца. То есть, когда ставишь его на пластину, носик, и показывал он не ноль, показывал чуть-чуть меньше. Вот эту штуку снял, и между носиком и пластинкой поставил от Кока-Колы, от алюминиевой баночки пластинку, все, зашел в ноль он. У меня завинтил, теперь в нулях. Немножко он еще вот так кривой. Ну, я думаю, что пока хватает, короче, его точность. И что хочу с помощью его сделать? Вот, взял разметочку. Вот эту деталь хочу сделать ручку для шабера. Чтобы вот такая была приятная пластинка сзади и упирать ее в ногу. Вот так она будет стоять у меня. Вот таким манером заезжать и на разную длину регулироваться. Вот, стал делать... Посмотрел, пилится ли этот металл. Это зубило для газобетона. Вот. Друг мне дал. И как сделал разметку. Шабер у меня ручка вот эта пятерка сталь. Соответственно, вот эта вся шестигранник на 15. Значит, нужно снизу и сверху по 5 миллиметров. По 5 миллиметров. Выставил на штанге на рейсмосе 5 миллиметров. Не видно, да? Выставил на штанге на рейсмосе 5 миллиметров. Начал резать. Думал без... И вот как разметка проводится. Элементарно. Положил. И тут и лозишь. Туда-сюда. Вообще. Просто супер. Вот. И когда я увидел результаты разметки, подумал, что, ребята, это, конечно, достигать такого результата вручную что-то мне не хочется. И друг мне дал отличную фрезу. Как раз на пятерочку. Ну, попробуем фрезернуть вот это отверстие. Вот так она будет у нас ходить. Проходик, 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 проходик. И пятерочку, бог даст, фрезернем мы ее. Попробуем вот такое фрезерование сделать. Ну вот, завели агрегат. Сейчас посмотрим, что получится. Такое касание. Чуть-чуть будем делать, не спеша. Глубина резания 0,5 миллиметра, обороты максимальные, которые частотник выдерживает. Дальше уходит частотник в ошибку. Подача минимальная. Увеличил глубину резания до миллиметра. Ну, вроде справляется. Так вот,
прорезалась. До конца не стала резать. Мне кажется, жесткости может не хватить. Вибрация начнется, зацепит и сломает фрезу. Вот, не стал до конца резать, сейчас ножовочкой доделает. Вот. Такая ручечка у нас. Одно отверстие там готовенькое. Ну и второе сейчас просверлим. Наденем эту резинку. И вот. Пожалуйста, удлинили немножко ручку шабера. И будет упор нормальный упираться куда. Вот такая окончательная версия получилась. Вот можно посмотреть, довольно пряменький такой инструмент. Ну, изолента, чтобы не съезжала эта ручка вперед. Вполне так подгибается он, как нужно. Вот так, раз. Сейчас мы его попробуем в деле. Пружинит даже. Ну и новости шабровки. Такие имеются пятна. По заточке лучшая получается заточка на самом маленьком зерне, конечно. То есть постоянно подвожу шабер на вот этом сверхмалом зерне. Ну, на малом, на микронном. 2-1 микрона. Довожу его все время. И получается приличный достаточно рез. Уже вот как бы не видно тут. Хотя он все равно еще не гладкий. То есть он приличный. Но его не назовешь еще гладким. Такая вот картина. Это все время он крутится, там раз, взял, подвел. Прям по ходу дела.